Приветствую, друзья. Самое главное, что хочу сказать, что куда-то делась жара. Собственно говоря, на протяжении дороги уже даже было плюс 19. Представьте себе, даже до плюс 19. Сейчас, короче, 23. Это очередной укол на платной дороге. Соответственно, несколько более мажорский. Да, про все это я уже сказал. Были шикарные молнии. Во все небо. И абсолютно такие фантастические. И вообще немножко был пейзаж такой, как, знаешь, в этом самом, в какой-нибудь Юте. Не знаю, вот очень похоже. И молнии во все небо. И ничего мне не удалось заснять, потому что я не один. Ну так, включал я немножко Элвиса. И, в общем, так преисполнился благодати. Больше благодати никто не преисполнился. К чему мне, собственно говоря, и не привыкать. У меня часто бывает ощущение, что у Элвиса есть только один поклонник, это я. Очень мне льстит, не правда ли? На самом деле нет, друзья. На самом деле у него огромное число поклонников до сих пор. И написали, что в каком-то там году, короче, он, ну, он заработал что-то там недавно, 90 миллионов долларов, в общем. Ну, короче, смысл в том, что больше, чем живые. Так что вот и вся информация сегодня полезная. Ладно. Ну вот видишь, на бесплатной трассе на Лукойлах такого не бывает. А здесь вот такой дополнительный душек.